Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы продолжаем бороться с паразитами. Одной правой в игрушке Эндопаразитик, часть вторая. Мне вообще трудно представить, что бы было с паразитами, будь у меня все части тела на месте. Но я не теряю надежду. Может быть, чудеса медицины мне когда-нибудь вернут назад эти запчасти. Не знаю. Есть такая надежда. Хочется верить. Ну, если нет, то уж нет. В общем, продолжим. Но продолжим сейчас, знаете что? Я хочу немножко вернуться назад, на 8-й этаж, где была кучка этих монстров, собравшихся вокруг ящика. Мне сказали, если ты жалеешь об этом, вернись, что тебя останавливает. И правда, что меня может остановить? Поэтому продолжаем. Продолжаем и вернемся сейчас назад. Вернемся назад на 8-й этаж, да. А здесь музыка просто разрывается. Боже мой, это будет тогда сложно. 8-й этаж. И, кстати, что у меня по вооружению? Не буду ли я жалеть об этом, потому что пулики, я смотрю, у меня не так уж и много. А? Не буду ли я жалеть о всем этом приключении? Так, это где-то было в этой местности. Так, сюда, да? Поползли. О, следы битв просто по кругу, везде и всюду. Может быть, конечно, какой-то хитростью их нужно взять, а? Может их куда-то выманить? Подожди, может быть их выманить куда-нибудь? Я сейчас просто посмотрю быстро, куда я могу их выманить. Чтобы они за мной шли, а я закрыл дверь? Или что? Может быть, вот так кругами? Просто я сейчас подумал, тратить на них патроны, там, по-моему, целая куча. Может, действительно? А? Попробовать так. Рискованное, конечно, мероприятие может получиться, но все-таки экономия патронов очень значительная. Мне просто нужно по кругу вот так это все ползти, да? А ну-ка, ребятки. Раз! Кого-то убил или нет? Шоу не получилось. Нет. Так это не работает. Так, получается, это не сработает. Но я хотя бы кого-то застрелил или нет? Ну, какая-то кровь есть. Не знаю. Раз! О, пополз. Я не понял, я тебя что, не застрелил, что ли? Раз. И все. Подранил, наверное, что-то. Подранок? Ладно. Ну, и сколько вас там осталось? Ну, их еще там предостаточно. Как минимум. Ну, трое точно. Может, один мертв. Может быть, не один. Да что ты будешь делать, а? Почему они такие живучие? Так, сколько... Подожди. Сколько здесь патронов? Посмотри. Один. Ой, и больше у меня нет. Надеюсь, игра стоила свеч. Здесь еще есть живые? Или, может быть, я так прокрадусь. Мамочки, черт побери. Все. Патронов нет. Не, ну, по-моему, там ничего такого стоящего нет. Нет там ничего стоящего. Нет. Я думал, там какое-то улучшение, но там, оказывается, ничего такого.
Ничего такого там нет. Жалко, ну что ж делать. Ничего страшного. Ничего страшного. Хотя бы что-то мы можем как-то компенсировать. Зато теперь я в курсе всего. Возвращаемся и едем сразу на 11. А здесь тишина. И это хорошо. Это хорошо. Но только здесь. Большое пространство, которое меня начинает пугать, потому что большие пространства меня немножко напрягают. Здесь может быть то. Но мне здесь нужно сейчас, наверное, сделать лучше патроны, потому что патронов как-то маловато. Ну что ж, ладно, открываем. Кто? Кто-то же был. А, снова этот. Блин. С кнопкой. Эй, давай, поворачивайся. Скафандр открыт. Ну. Ползи сюда. Надо действительно попробовать. Может быть, можно и разбить. Его шлем просто выстрелом дробовика. Да и вообще, может быть, их можно расстрелять и так пулями, просто их потребуется много. Не знаю. Проверим, если, конечно, будет уже безвыходная какая-то ситуация и будет требоваться вмешательство оружия. Что здесь? А? 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 Кто? Скафандрист. Ах ты, блин, скафандрист идет. Проверять будем или нет? И здесь еще один лежит. Давай, скафандриста, я сейчас быстренько... Да ты что? Какой ты юркий оказался, а? Какой ты оказался, Юр? Дай я руку протяну, нажму на кнопку. Дай нажму на кнопку, я тебе говорю. Может, он здесь сейчас застрянет, а? Раз, два... Три. Не мешай нам. Может быть, он застрянет здесь? Нет, он здесь не хочет застрять вообще. Вертится. Да ты смотри. Ну что ж, может быть, действительно пришло время посмотреть? Да, посмотрел. Нифига, ну не разбивается у него. Дай кнопку вот так нажму, дай. Так нельзя. Так это не работает. Блин. Мне прям поплохело сразу жутко. Застыл. Смотри-ка, застыл. Застыл. Ну и ладно. Назад. Что-то с патронами нужно делать. Наверное, они их не тратить. Надо посмотреть, здесь что-то должно быть. Ну, должно же быть. Ручку вижу. Пыжи вижу, это уже хорошо. Пыжи, это уже хорошо. Хотя бы эти пульки. Этот ползет, не останавливается. Я сейчас быстренько вернусь назад. Насколько могу быстро, я сейчас возьму... Пополз, что ли? Шприц нормальный. Дайте мне шприц. Нормальный шприц. В принципе, можно и этим уколоться. Это, конечно, расход. Пока их много, но не надо так бездумно все равно их тратить.
Слышь, пока не буду тратить. Кто ползет, а? А, это ты. Это ты. Патронов было много, а потом их стало мало. Неожиданно. Так, еще. Еще. Еще шприцы. Это хорошо. Тот лежит, отдыхает, пускай лежит. Здесь какие-то завороты, повороты. Ручка. Ручка. Оп. Так, это. Блин, ну на самом деле хотелось бы, может быть, сделать более-менее мощный шприц, но я сделаю пыш. Я сделаю пыш, потому что, ну что, наш шотган совсем, что ли, заскучает. Все? Разблокировали? Я посмотрю все углы. Вот. Кто-то ползет. Кто-то выполз. Ага. Это они. Так, ты... Давай, до свидания. Блин. Раз, два... Три. Просто посмотреть, что здесь, а? Ничего? Как жаль, зачем я тебя трогал? На самом деле... Ключ какой-то нужен. Пурпурный. Так. Спокойно, не в ту сторону. Ха, это ж они его. Слушай, надо сделать укол. Пускай вот этим простым. Пускай. Сейчас кого-то выпущу, а? Нет? Слишком. Делаю, наверное, так. Всего две пульки осталось. Здесь перезарядка. Хорошо. Ключик. Audio log from engineer trying. I'm trying to make it to the bridge. There's a group of survivors there. I don't know how they're alive. Я не знаю, как они жили, я не знаю, никто ничего не знает. Один я должен все думать и спасать за вами. Все сделаем. Так. Это что открылось? Что могло открыться? Может, с другой стороны лучше. Да ну вас, я, в общем,
Думаю, что здесь просто есть теперь возможность сейчас уехать, да и все. Закрывай это все. Просто, скорее всего, это взаимодействие с чем-то другим, что находится, может быть, на другом этаже. Да? Если что, вернемся. Если что, вернемся. Ого. Ого-го-го-го. А что за мелодия? Нас пытаются расслабить? Здесь фиг пролезешь. Смотри-ка, все перегорожено. Это ты? Ты выглядишь как черт. Как замечательно увидеть знакомое лицо. Люк, посмотри. Это что там они разговаривают? If you can bring me samples from the creatures, I can give you vaccines and supplies. Я дам тебе вакцину и припасы. I'll bring you whatever you need. Here. What's this? Что это? A comms radio, so we can communicate wherever you are on the Ark ship. If you can bring me back a mutation sample, I'll have some supplies ready for you. I'll do what I can. Thank you, Sent. It really is good to see you. А, все, я сделаю это радио, ничего себе, радио. Со мной, значит, будут связываться, да? Нужны какие-то припасы, нужны что-то, какая-то вакцина. Я вот не знаю, что нужно, что вот это за стенкой сидит. Вот там, вот, что это такое. Какой-то требуется био, как биообразец. Где этот взять биообразец? Ну ладно, давайте сейчас будем искать, что это такое. Я думаю, ну, с кем это разговаривает по радио? Это со мной разговаривает. Это со мной разговаривает. Наверное, будут связываться. Приемники сейчас на мне. Так, слишком много не бывает. Сейчас прям укольчик. Раз. Быстренько патроны сделали. Это убрали. Пистолет нужно зарядить, потому что там практически ничего нет. Еще, да? Это я пущу на шприц, потому что... Ну, боево. Это пущу все на патроны. Пускай их будет больше. Я не знаю. Прям хочу патронов много. Много. Слишком большой вес. Ну, подождите, не надо. Ну, ладно. Придется вернуться сюда. Только здесь вот есть этот рычажок, который откроет что-то, какую-то дверь. Блин, я застрял, помогите, не паникуй, все нормально, изгибайся. Ух, сколько пулек, а их взять нельзя. А их надо взять? Или не надо? Надо, но может быть не сейчас. Ну простите меня, пули. Хотя может быть ручки выбросить, а? Выбросить ручки, а взять пулю. А здесь что? Может улучшение? Конечно.
Конечно, улучшение для оружия. Я не знаю, что сейчас лучше улучшить. Может, действительно, дробовик. Увеличить магазин. Но здесь как бы вот разброс что-то, да? Про разброс. Но это я уже улучшил. Давай-ка на 4 патрона. Но сюда нужно вернуться. Сюда нужно вернуться. Это где? Это где я сейчас? Так, а здесь у нас закрыто. А здесь закрыто. А здесь... I know. She's from the asteroid base. We were researching. Что-то выключил радио. Ладно, вы пока болтайте между собой, а мне надо делом заниматься. Мне вот это вот... Некогда. У меня паразит в голове, и я не знаю, куда мне лезть. Я не знаю, куда мне лезть. Здесь все заперегородили. Заперегородили здесь все. Отсюда я выбрался. Отсюда выбрался. Так подожди, подожди. Сейчас я, получается, это активировал. Я могу сейчас отправиться. Мне нужно будет бродить по этажам. Мне, получается, это будет просто необходимо. Да. Какой-то образец найти и уже двигаться сюда. Поэтому пока образца у меня нет, значит, я могу двигаться в другом направлении, на другой этаж. Блин, так получается. Ну, поехали. Хорошо. Поехали. Поехали, приехали, но надо не забыть о том, что там у нас... Everything went wrong when an outsider boarded the Ark ship a few months ago. I know. Ну, вы говорили, что... She's from the asteroid base. We were researching the parasite when it got out of hand. The parasite has a sentient hive mind, and its goal was to find a host and spread. Luce came here to... Его цель найти хозяина, распространяться. Then... Ну, это мы знаем, это мы знаем. Мы не знаем, как бороться. Что со мной произошло? Да со мной вообще просто ужас произошел. Хватит. Как? Я не могу даже тебе передать словами, как я выжил. Я не знаю, как я выжил. Утюгом я пригладил все свои части и выжил. Так, В общем, я не знаю. У нас началось, по-моему, брождение по этажам. Если что-то не так, и кто-то знает, может быть, что-то делать по-другому, вы уж тогда скажите, потому что иногда, может быть, я не разбираюсь. Я что, оставил дополнительный фонарик внутри для тебя? Спасибо. Ключ ты не оставил только, да? Ключ не оставил. Не используйте это. Что-то там со светом, да? Ты не смог там это починить? Ладно, подожди. Ладно, подожди. Ладно, подожди. Есть ключ? Ключ мне даст что? Фонарь. Ха! Ничего себе! Так, ладно. Хорошо, но подождите. Я пока еще... Раз такая началась петрушка, я осмотрю все, чтобы ничего не потерять, ничего не забыть. Вот. А я думал, зачем здесь фонарик? Ха, я ж теперь ничего не вижу.
вот это вот геймплей. Мне теперь что? Как вот это вот мне реагировать на все это? Мне нужно теперь вертеться и осматривать, разгонять эту тьму. Ничего себе! Ничего себе! Вот это да! Вот это да! Вот это я попал в передрягу. Так, подожди, а что-то... Зачем мне этот рычаг? Все, свет я не могу назад включить. Свет я не могу включить назад. А что он мне дает? Я закрыл здесь. А здесь что-то было? Здесь что-то есть, проход. Дайте посмотреть, что там есть, что лежит. Что там лежит? Давай, укольчик небольшой. Небольшой укольчик. Ага. Так, спокойно. Главное, чтобы музыки не было. Кстати, фонарик, может быть, даже меня как бы немножко помогает мне. Ха, помогает, помогает, помогает прицеливаться. Прицеливаться помогает. Раз, два, три. Слишком, слишком. Ничего не слишком, ничего не слишком. Давайте еще делаем шприц. Вес все равно большой. Сделаю из этого патроны. Не помешает. В любом случае не помешает. Что это, что это? Это ничего. Это ничего. Сохранялки здесь нет? Есть сохранялка. Есть сохранялка. На вытянутую руку просто, на вытянутую руку, чтобы был маневр смыться. Где? Откуда? Откуда? Кто это? Кто это? Покажись. Это без скафандра. Это без скафандра, значит, хорошо. Это без скафандра хорошо. Где пистолет? Раз, два, три. Дымок прям после стрельбы идет, а? Ну, прям эффект отличный. Что здесь? Так, 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 что здесь? Ручка. Ручка, это тяжело. Что-то шарохается, я не пойму. Фух, голова, голова моя. Тяжело, 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 тяжело. Давай пока эту ручку дропнем ее. Это куда ведет? Это ведет назад. Это ведет назад. Но мне это пока не надо. Здесь еще куча полезностей. Здесь то, здесь пыш. Здесь пыш. Сделаем быстро вот такие манипуляции. 660. 660 вес нормальный. Вес нормальный. Маленький шприц этот возьму.
А пока колоться не буду. Пока уколюсь только большим. Вот. Эй, что это такое? Рука оторвалась, рука от него оторвалась. Что такое? Беги, отрываемся от руки. Свет, свет, свет. Свет. И от тела черного, это тело, оторвались руки, ты представляешь? Ужас. Главное, чтобы ноги не оторвались. Все? Ты весь разодранный. Назад. Свет, свет, свет. Свет фонаря. Хорошо, что вот фонарик как бы, да, цепляется на оружие. Я могу вот спокойненько разгонять эту тьму. Ну как спокойненько, немножко подергиваясь. Мне нужна сохранялка быстро. А нужна ли она мне быстро сейчас? Нужно, может быть, сначала расправиться с тем, кто ползет, а потом уже спокойно использовать сохранялку. Раз. Два. Патронов нет. Блин. Давай от дробовика туда смотри, не засунь, а то заклинит. Заклинит оружие, что потом будем делать с тобой. Вот так, все. Быстро собрался, повесил на бок свой. Пошли. Пошли сохраняться. Ручки. Ручка моя. Да дай вот схватить. Схватить слишком тяжело. Ничего, сейчас будет легче. Когда мы сделаем сейчас... Я сделаю лекарство все-таки. Пускай будет. То оружие, это все хорошо. Назад. Сразу перезарядка. Ничего. Сейчас мы что-нибудь создадим. Патроны. Блин. Давай одним шприцом сейчас вот этим вот колюсь. А вот это что такое здесь? Ну, здесь и двери нету. Нет, это, наверное, ничего. Спокойно. Вот и все. Куда я пополз-то? Че? А, за ручкой я пополз. Но ручку мне сейчас не взять. Нет, ну я могу, конечно, сейчас... Блин, у меня ручки там лежат. Как вот это вот сейчас? Ладно, уж как-нибудь. Выбрасывай их. Пойдем возьмем, чтобы уже не дергаться. Надо этажи запоминать. 14-й. Хм.
Большущий. Два сохранения. Обалдеть. Тут, наверное, без музыки точно не обойдется. Назад. Все, мне кажется, уже никто здесь не шевелится. Назад. Что там? Вот, блин, вот не забыть бы, где эти образцы требуются, где то, где сё. Что это такое? Здесь за ролевые игры начались, а? Это открылось что? А сюда как я попасть могу? Вот сюда. Ага. Огонь. Ну пойдем, открылось, значит, ручку возьмем. Рычаг. Что он открыл? Бог его знает. Может быть это, может то. А вот эта вот расчлененка начинает пугать. Ноги всякие. Руки, конечно, они здесь живут. Это их домик. Неудобно. Ну ничего, вот сейчас. Вот сейчас удобно. Это все сюда. Стой, ты что делаешь? Пули не трать. Ну сколько можно уже об этом говорить? Давай просовывай свою ручонку. Слишком большой вес. Главное, чтобы вот это не произошло в какой-нибудь такой момент, который может потом подвести. Где мы? Нормально, опять свет погас. Так, ну что ж, сохранимся, наверное. Оружие убери. Да что ты будешь делать? Сейчас все на лекарство. Пока будем жить для лекарства, там посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй, а? Как она выскочила? Что это было, а? Что это было? Что это было? Чтобы это не было, мы сейчас с ним разберемся. А, это ты. Гад. Откуда он вылез, а? Я уже боюсь своей тени. Вот из этой норки он здесь сидел, что ли? Где он? Разряжайся. Что открылось? Откуда? Отсюда. Просто не знаю, что дверь откроется сейчас, что из нее выскочит-то. Ага. Где он ползет? Где? Вот он, красавчик. Раз, два. Я тебе выделяю не больше 3 пуль на него. Так, сверимся с часами. Понятно. Я думаю, что мы здесь, вот, поскольку мы начали что-то искать, я думаю, что-то мы найдем здесь, что-то мы найдем, что-то должны найти.
Да с трех выстрелов в одну руку ты что, шалел что ли? Такой расход боеприпасов. Так, заходим. Здесь вроде бы никого. Может быть. Может быть. Какой-то... Что это? Что это? Что... Подожди, рука. Рука, наверное, оторвалась. Блин. Блин. Блин, это... Это было неприятно. Пошел расход. Просто в этой черни попробуй разберись. Ну, в общем, если тело лежит, опасайся рук. Надо опасаться рук. Так, здесь мы все осмотрели, получается, да? Сюда, если пройти. Здесь мы прошли. Все, ползли, в эту часть поползли, да? Кто-то ползет, ах ты гад, а. Пять патронов. Пять патронов на дробовик. Откуда же... Космонавт. Космонавт. Закрыть можно дверь? Закрыть. Закрыть. Да какие коды, ребята? Какие могут быть сейчас коды? Я в ловушке. Что мне с ним делать, а? Что мне с ним делать? Заманить куда? Может, он приснёт? Он, конечно, медленный. Просто выманить его сюда, куда-нибудь подальше, оползти его, ну и потом заниматься эти своими делами. Может, где-нибудь закроемся. А. Блин, так не получается. Что ж мне ползти? А здесь что? Здесь закрыто. Приползли уже. Ага. Крышка. Помогите! Помогите! Пропустите меня! Ай! Черт побери, черт побери, черт побери. Ну ничего страшного, мы справимся, мы справимся. Оползти опять вот это, заползти сюда. Я просто постоянно сейчас думаю об образцах этих. Ну, если, может быть, кто-то играл, кто-то уже знает, то скажите, они будут мне где-то мне встретиться, да? Мне придется, наверное, возвращаться потом на эти нижние этажи, там что-то активировать, что-то включать. В общем, я пока на этом остановлюсь, вот здесь, возле сохранения, а в следующий раз уже продолжим. В общем, до новых встреч. Пока-пока, все будет хорошо.